Сегодня в Ленинске-Кузнецком работает 31 дошкольное учреждение. Согласно новых регламентов и правил, детские сады, построенные в последние годы, в обязательном порядке обеспечиваются современными системами безопасности. В последних трех детских садах, 2, 9 и 10, то есть «Сказка», «Радуга детства» и «Солнышко», система видеонаблюдения ведется. Так, например, в детском саду «Сказка» работает 16 видеокамер, одна в холле и 15 на улице. Они охватывают по периметру каждый уголок территории сада, так что на мониторе можно увидеть, что происходит на игровых площадках в каждую единицу времени. Мы можем посмотреть, например, вот на камеру и увидеть, как наши ребятишки гуляют, играют на территории. Можно посмотреть здесь. Здесь можно увеличить любую из камер. Но руководство учреждения этого показалось мало, а потому здесь параллельно работают и чипы. Для того, чтобы родителям попасть в детский сад, мы приобрели вот такие чипы. У каждого родителя они имеются. Нужно поднести к этому датчику, и дверь откроется. И каждый родитель может зайти в детский сад. Тем временем камера, работающая в холле, показывает каждого посетителя, вошедшего или выходящего из здания. Такая система помогает не только самим сотрудникам детского сада, но и сторонним организациям. Вся информация с видеокамер записывается на жесткий диск и хранится в течение месяца. Этой информацией можем воспользоваться как мы, посмотреть, где наши дети были, если какая-то ситуация случилась на площадке игровой. Также сотрудники полиции обращались к нам и смотрели по видеокамерам происшествия, которые происходили за территорией нашего детского сада, но попадали в камеру. На сегодня в 60% детских садов Ленинска-Кузнецкого, построенных до введения новых правил, работает система чипирования, так что родители могут быть спокойны за своих ребятишек. Можно сказать, а что же остальные 40% делают? Люди тоже обеспокоены этим, поэтому поданы уже заявки в соответствующие организации. То есть в ближайшее время еще большее количество дошкольных учреждений будет введена система чипов. В остальных учреждениях двери не оставляют без присмотра ни на минуту. На входе обязательно дежурит сотрудник детсада, знающий родителей в лицо. Кроме того, периметры всех детских садов также надежно огорожены. Иногда родители жалуются, почему при наличии нескольких входов, калиток, чаще всего работает только один. Дорогие наши родители, осознавайте важность момента на предмет того, что мы делаем это не потому, что нам так хочется, а потому, что мы переживаем и хотим обезопасить детей. По распоряжению губернатора Амана Тулеева, в связи с последней трагедией в Томске, где из детского сада пропала маленькая девочка, меры по обеспечению безопасности должны быть ужесточены. И сегодня в управлении образования провели специальный дополнительный инструктаж для всех сотрудников детских садов и школ города.